Добрый день, Полтава, здравствуй, Украина, с вами я, Александр Демидович. Сейчас я вам хочу показать и рассказать интересное событие, которое произошло. Я 4 раза делал репортажи с промежутком в 7 дней. Из такого интересного места эта арка располагается между домами номер 2 и номер 4 по улице Небесной Сотни. Там был мусор, явно захламлена арка была откровенно и на совесть. 4 раза, 4 недели подряд я делал оттуда репортажи. Сегодня я туда пришел, там чисто. Я вам это показываю. Моя ли это победа и победа ли это вообще? Я утверждать не буду. То, что чисто, это хорошо. То, что 4 недели я туда ходил и делал репортажи о том мусоре, который там был, это плохо. Но буду надеяться, что эта арка теперь будет всегда чистенькая. Всем удачи!